Москва, граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны. Германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы в многих местах. Подвергли бомбардировки города. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.